Говорил с ней? Почему? Даш, ну... Ну, незачем так. Что? Незачем так убиваться? Не нужно жалеть, что у тебя был роман? Что ты вообще меня обманываешь? Из-за этого всего не надо расстраиваться, конечно. Что ты хочешь? Я с ней давно порвал. Ты это знаешь. Что тебе еще нужно? Ты знаешь, что мне нужно. Это невозможно. Да? Когда это для тебя было что-то невозможно? Если ты не разрешишь ситуацию, то я это сделаю сама. Да, ушла наша Мигунова. Она так и так бы ушла в декрет. Теперь придется искать нового начальника отдела рекламы. Ищите. Почему вы раньше не искали? Вы же понимали, что сотрудник рано или поздно уйдет в декрет. Ну, мы думали... Точнее, я полагал, что она скоро выйдет. А пока она с ребенком, мы поставим исполняющего обязанности... Ставьте! Ищите человека, это ваш промах! А теперь еще и мой, поскольку я возглавляю этот магазин. Сём, и обязательно приходи к нам обедать, когда тебе надоест питаться пиццей на заказ. Ты ведь отощаешь без нас. Или растолстею. Сём, если тебе понадобится теплый свет в гостиной, то у тебя там панелька есть и два рычажка. Ну, ты разберешься. Ребят, можно потише? Я себя не слышу уже. Ну, разберешься. Ну, вы сильно не переживайте, я мальчик взрослый, так что как-нибудь разберусь в самостоятельной жизни. Спасибо вам. До встречи. Так. Давай. Пока. Так, все, хватит. Толя, Жора, все, отдавайте мячи. Давайте. Жора, отдай. Все. А теперь вы с мамой. Ну, давай, нападай. Кто победит? Кто Жора, за меня? Жора, я. Я тут подумала, может быть, ты захочешь отпраздновать? Мне действительно требуется компания. Моя дорогая сварливая сестра, здравствуй. Лен, ну прости меня, пожалуйста. Танюш, я не обижаюсь. Ну ведь знаешь же. Знаешь? Сестричка моя, я тебя очень сильно люблю. И, если честно, не представляю свою жизнь без твоих командирских интонаций. Так что это? Это кто?
А почему не в домофон звонят? Да нет, вроде не жду никого. Может, соседка? Она грозилась морковку с дачи привезти. Сначала обязательно спроси, кто. Все, моя хорошая, целую тебя. Пока. Вы знаете, кто я? Да. Вот, значит, где вы живете. Да, вот здесь и живу. А что-то не так? Чистенько, но бедненько. Простите, вы сейчас пытаетесь меня как-то задеть? Это значит, у нас гостиная. А другие комнаты имеются или у вас студия? Ах, спальня. Это здесь мой муж занимался с вами любовью? Послушайте, Даша, вы ведете себя... Как? Неприлично? Ну, наверное, приличнее, чем вы себя с Ильей. О, а вот это уже интересней. И что вас так заинтересовало здесь? Просто комната. Интересно, что именно в этой темной комнатенке вы планируете поселить ребенка моего мужа. Это мой ребенок. Ваш и моего мужа. Полная безвкусица. Возможно, только вас это совершенно не касается. Да, вы так думаете? Послушайте. Я прошу у вас прощения. Я очень виновата перед вами. Я действительно была с вашим мужем. Это была минута слабости. Распущенности. Хорошо, называйте как хотите. Я в любом случае искренне раскаиваюсь. А вы хоть знаете, что я пережила? Нет. Он бывало изменял мне. Но это было так. Не всерьез. А потом откупался дорогими подарками. У меня большая коллекция часов с бриллиантами. А в вас он влюбился? Но я же не виновата в этом. А вы, значит, забеременели и решили оставить ребенка? Да. Поверьте, я совершенно не претендую на вашего мужа. Нет, ты не поняла. Это я претендую на твоего ребенка. Что случилось? Мне совершенно не с кем поговорить, а очень нужно посоветоваться. Да подожди, не реви. Не реви, я ничего не понимаю. Объясни толком. Ты можешь... Сейчас? Нет, если ты не можешь, я не настаиваю, просто... Да нет, конечно, я приеду. Скоро буду. Жан, тут такое дело. Мне надо срочно уйти. Сейчас? Да, сейчас. У друга проблемы. У друга? Да, у близкого друга. Ты, если не дождешь меня, захлопни, пожалуйста, дверь. Только не обижайся, я тебя прошу, это очень важно. Угу. Очень.
Это все совершенно случайно вышло с Городецким. И очень недолго продолжалось. Ну, просто я так переживала, когда ты уехал. Я знаю, Ленка, я виноват, я знаю. Господи, да при чем тут ты-то? Она у меня ребенка хочет отнять. Что? Кто у тебя хочет ребенка отнять? Да. Даша. Которая жена Городецкого. И он. Она его подначивает. Это они тебе названивали постоянно? Да. Это мой ребенок. Мой ребенок. Ленка, ну конечно твой. Никто у тебя его не отнимает. Но они же богатые. А он отец. Он же имеет право на вот половину ребенка. Успокойся, не фантазируй. У тебя уже какой-то готический роман получается. Ну а что, они наймут адвоката? Скажут, что я алкоголичка, опеку какую-нибудь натравят. Ну что, мало ли таких историй. Так, дружочек мой родной, в любом случае мы сейчас Ниагарский водопад этот прекращаем, да? Верим в будущее. Мы ведь верим в светлое будущее. Да. Давай вытрем носик, вытираем нос, несмотря на то, что он опух и стал похож на большую картошку. Сёма, знаешь чего? Чего? Я хочу картошки. Фри. Вредной жареной картошки фри. Эвакуатор вызывали? Даш. Ну что ты? Спасибо, что приехал. Ну о чем ты говоришь? Мы же как ни крути, с тобой одна команда, да? Да. Все у нас будет хорошо. Мы еще сможем быть счастливыми. Мы будем. Только зря ты к Лене ездила. Девчонка ж ни в чем не виновата. Я один во всем виноват. Нет, я тебе очень благодарна. Неожиданно за что? Ты отец. Имеешь право на ребенка. Дашка, ну опять 25. А ты что думал, мой милый? Ты делаешь ребенка первой встречной девицей, в то время как я... Ну я же не виноват, что ты бездетна. Даш. Пора, наверное, расходиться. А то я чувствую себя виноватой. Это мне завтра никуда не надо, а у тебя ответственная работа. Вот на ней я и высплюсь. Ладно. Ладно. Жанна? Привет. Неожиданно было тебя здесь увидеть. Неожиданно, но приятно. Ну, конечно. А, я просто решила согреть тебе постель. Тепло. Прошу. Ну как? Вот. Ой, как я мясо запекаю. А хочешь, я на ужин тебе телятину с черносливом сделаю? Жан, спасибо тебе большое, но я вечером хотел с ребятами в баре посидеть. Ну хорошо. Ну ты же собираешься когда-нибудь вернуться домой?
Когда-нибудь собираюсь, да. Ну вот. Жан, я хочу тебе сказать. Прояснить контуры наших отношений. Да. Мы с тобой провели вместе ночь. Одну просто замечательную ночь. Да, возможно. Я сейчас не об этом. Это была наша первая ночь, и она не была ошибкой. И, возможно, мы ее повторим. Но у меня к тебе просьба. Даже две. Я слушаю. Давай не будем форсировать события. И давай на работе держаться в рамках делового кодекса. Жан. Ну, Жан. Жанночка, я не хотел тебя обидеть. Не надо плакать. Пожалуйста, Жан. Все хорошо, просто... Это я делаю, да? Что-то не так. Я очень спешу. Я навязчивая, да? Нет. Мне вот Ленка всегда говорила, что я туповат. Ну, соображаю хорошо, но медленно. Поэтому и сейчас мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Все еще ее любишь, да? Нет, с чего ты взяла? Точно. Точно? Ну, в таком случае, мне мясо готовить? Ладно. Телятина так телятина. По ходу пьесы разберемся. Итак, дорогие мои, если вы уверены в поставленной цели, то... Нет. Да. То нас ждет впереди длинная и трудная дорога. Что мы должны сделать? Во-первых, пройти тест на отцовство. Илья Борисович, вы готовы к этому? Ну, а куда ж я денусь? А во-вторых... Мы будем использовать все возможные лазейки в нашей ювенальной системе. Их немало. И когда будет доказан факт вашего отцовства, я от вашего имени подам иск о совместной опеке. А можно ее вообще лишить родительских прав? А на каких, простите, основаниях? Она женщина безнравственная, спит с чужими мужьями. И, кажется, уволилась с работы. Да, милый? Даш, ну что ты творишь? Безработная проститутка. Можно так подать дело, м? Простите, Дальсана, но все это абстрактные предположения. У нас нет доказательств и оснований искать их. Она не сможет хорошо заботиться о ребенке. А вот его биологический отец... Давайте решим так. Сейчас мы будем ставить перед собой... простые и выполнимые задачи. Иск об опеке, он подразумевает участие отца в воспитании ребенка. А ведь мы же именно к этому с вами стремимся. Угу. Все понятно. Простите, Илья Борисович, вам не кажется, Дарья Александровна... Она несколько взволнована. Да нет, она просто несчастная женщина, которая никогда не родит детей. Все будет хорошо. Таня? Это я, Семен. Привет. Зачем она тебе? Что ты имеешь в виду? Ну как практически все, что ты делаешь, и все же.
Тань. Меня ты не любишь, и Бог с тобой. Перемирие. И расскажем друг другу то, что знаем. Меня интересует... Эй, хозяйка! Собаки-то хоть злой нету? Господи, Сёма! Ты меня так напугал, у меня чуть сердце не остановилось. Прости. Давай, помогу. Ты меня как нашел? Вообще-то Таня сказала. Да ладно. Она тебе. Ну, я умею проявлять настойчивость. И прости, пожалуйста, я случайно проговорился про коллизию с Городецкими. Ну и ладно. Может, оно даже к лучшему. Вообще, я и сам мог бы догадаться, где ты, зная, как ты любишь это место. Ну да. Здесь как будто до сих пор мама и папа живут. Просто вышли погулять к реке. Я здесь чувствую себя в безопасности. И эта сумасшедшая сюда не нагрянет. Очень вкусно. Ты же понимаешь, что проблема есть. И сама по себе она не решится. Я почитал на форуме темы о законности прав биологического отца и выяснил, что у ситуации может быть как отрицательный, так и положительный выход. Все зависит от точки зрения. В твоем случае ты безработная. Это минус. Слушай, я рассматриваю предложения. Их у меня, между прочим, немало. А что? Дистанционно, удаленно. Но ты можешь поступить проще, вернуться в подушку. Нет. И ты знаешь почему. Я тебя защищу. Я сказала нет. Ты мне лучше скажи, как там твои дела с Жанночкой. Нормально. Все с вами понятно. Семен Олегович. Что тебе понятно? Что все уже было. Жанна ведь своего не упустит. Ревнуешь? Да вот еще. Ты просто ей всегда нравился, а теперь ты такой большой начальник. Давай не будем об этом говорить. Почему? Мы же говорим о Городецком. Да, но... Сёма! Лена! Сёма! Лен, что такое? Ой, ой! Лена, Лена, Лена! Ой! Лена! Лена, пожалуйста! Не надо! Не надо тут рожать! Это как получится! Я ничего этого не умею! Я не знаю, как, что это вообще? Куда везти-то? Да я не знаю, в любую какую-нибудь больницу! Господи, до города малыш точно не утерпит. Хорошо, понял. Ага. Ага. Лена, откройте!
Сейчас. Ой! Тихо, мой дорогой, сейчас. Так? Давай. Так, Миронова? Почти! Я Мигунова! Или так, у врача почерк неразборчивый. Платники? Конечно! Так, а мне куда? Папаша, вам сюда, вы же совместные роды заказывали. Давайте, это ваша жена в коридоре родит. Он мне не муж! Какая баба своего мужика в этот момент не ругает? Один из них с тазовым предлежанием. Ты не Миронова, я! Не могла меня дождаться. Ну, зачем ты на эту дачу поехала, а? Не ворчи, а познакомься лучше с племянницей. Слушайте, ну вы ж не Мироновы. А? Нет. Ай-яй-яй, граждане. Послушайте, это случайное недоразумение. Мироновы платно рожают через неделю. А вы что, получается? Вместо них втиснулись, да? Ну, мы же не специально. Знаете, я, так сказать, готов все компенсировать. Сем, я тебе все верну. Буду с нетерпением ждать. Он что, прикинулся отцом ребенка? Кажется, я плохо помню, все очень быстро произошло. Он, по-моему, деньги пошел платить. Да если бы не он, я вообще не знаю, что бы я делала. Ну да. Раз в год и гиря в углу пригодится. У вас что, опять что ли вот это вот все вот? Ты чего? Мы просто друзья. Ты моя радость. Гад, разбудил. Я ж только заснул. Вить, повесь мне занавески, а? Или там гардины какие-нибудь, портьеры, или как там у вас называется? Кто ты и куда дел моего друга? Ты не понимаешь, я сегодня А я предупреждал. Случилось-то что? Я держал на руках ребенка. Какого ребенка? А, моих держал? Ленка родила сегодня маленькую, крохотную девочку. Красненькую. Пальчики, уши. Я... Да, знакомое чувство. Вить, повесь мне занавески. Эти варианты мне тоже нравятся, они хорошие, но... Я видела дизайнерский проект вашего дома, и мне кажется, что...
Первый вариант, он самый лучший. Угу. Жан, прости меня, пожалуйста. Семен Олегович, я работаю. Покупателя обслужит Надя. Надя! Надя! Да? Извините. Ну, конечно, я подумаю, спасибо. Добрый день. Так, вам какую показать? Прости меня. За что? За то, что не пришел. Куда? К себе домой, к тебе на ужин. Но у меня была уважительная причина. Да. Да я не обижаюсь. В конце концов, ты просто не пришел к себе домой, да? Давай попробуем еще раз. Что, я еще раз приготовлю ужин, а ты не придешь? Нет. Мы снова затеем ужин, но на этот раз готовить буду я. Я тоже кое-что могу. Хорошо. Давай, попробуем. Таня, что-то не так с ребенком, я чувствую. Она не спит. Ну, то есть спит по полчаса, а потом кричит. Как только отойду от нее, сразу кричит. Нормальная. У меня температура. Я не смогу приехать. Я же тебе говорила, надо в город возвращаться. Здесь воздух свежий. Я не знаю, она еще не научилась говорить это с... Острячка. Таня, она не спит, и я с ней не сплю. Я просто умру. Приезжай, пожалуйста, дай мне... Лен, ты слышишь, что у меня с голосом? У меня грипп. Слышу. Что-то не так? Все хорошо. Такой серьезный всю последнюю неделю. Слишком много всего случилось за эти дни. Почти готов. Прекрасно. Тогда я сейчас вернусь. Спокойно. Спокойно. У тебя все получится, а? Не разбудил? Нет. Нормально. А что с голосом? Сём, я умираю. Но сейчас она спит, а стоит мне ее положить, она сразу кричит. Я просто сейчас упаду, так спать хочу. Хочешь, я приеду? Все нормально. Точно? Да. Лен, ну ты, если что, звони. Да, Семен, обязательно. Сем, что? Сема, подожди. Я завтра позвоню Петровичу, попрошу, чтобы мне оформили за свой счет. А ты, пожалуйста, никому ничего не рассказывай. Договорились? Ну, подожди, пожалуйста, давай мы с тобой разберемся во всем спокойно, а? Жан, ну в чем нам разбираться? Я не знаю, хотя бы в том, что печься так о своей бывшей – это ненормально. Может быть, это и ненормально, но это так.
Может быть, она не бывшая. Но мы же встречаемся. Да, я хотел пожить для себя весело, но мы бы с тобой все равно долго не встречались. Несмотря на твой прекрасный омлет, твою телятину и мое чувство вины. Нам же было весело, да? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Я молод, у меня все впереди. Но неужели я откажусь от прекрасной холотяцкой жизни и красивой свободной девушки ради уставшей женщины с чужим ребенком? И ты выбираешь ее. Я выбираю. А она меня вряд ли. Никаких гарантий на счастье никто не дает, поэтому будь что будет. Закрой, пожалуйста, дверь. Что делать? Так, ну, для начала дай ее сюда, потому что ты ее немного укачала. Остряк. А, все. Да нет, не здесь. Иди в спальню, ляг в кровать, надень пижаму, выспись нормально. Нет, я не дойду. Так. А где подгузники и все остальное? Я же не знаю, где это. Там. Скажи, тебя будить когда? Когда Маруську кормить будет пора? Что два? В 2 часа или через 2 часа? Ладно, малышка, будем импровизировать. Ленка, как же я тебя люблю. Я чем-то могу помочь? Мальчик, девочка. Простите, а вы кто? Я? Жена отца этого ребенка. Так мальчик или девочка? Девочка. И что? Здорово? Абсолютно. Еще какие-то вопросы? А вы-то кто? Допустим, я муж. Муж? Mm-hmm. Это что-то новенькое. Это крайне свежая информация. Мне нужна ее мать. Послушайте, Лене сейчас нельзя волноваться, она и так еле на ногах стоит. Поэтому, если вы приехали, чтобы... Можно я возьму ее на руки? Что? Пожалуйста. Берегите ее.
А ты что здесь? Вот так, Илья Борисович. Сюрприз, да? Так это ты? Да, это я. Это я тот идиот, который променял эту женщину на карьеру. Но сейчас у меня хватило мозгов сделать правильный выбор. Правда, Лена об этом еще не знает, но ничего. Будем импровизировать. Ребенка могу посмотреть? Девочка, 3 килограмма, 300 граммов, 51 сантиметр. Зовут Маруся. Красавица. Согласен. Счастливый ты. Береги ее. Ну что, поехали? Я знаю, что ты такое не любишь, но что делать? Придется постараться. Просто... Подожди. Не надо ничего говорить. Вот вы где. Тише, 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 тише. Тише. Неужели я проспала целую ночь? Невероятно, правда? А теперь перейдем к невозможному. Ты выйдешь за меня замуж? И что, я сейчас должна согласиться? Как хочешь. Но если ты откажешь... А я продолжу и дальше укладывать Марусю, то в положенный срок она назовет меня папой. И как ей объяснить, что я тут делаю? Аргумент, да. И помни, если ты сейчас не скажешь «да», я буду и дальше повторять и повторять этот вопрос, поэтому в целях экономии времени и... Знаешь, когда ты волнуешься, ты становишься таким болтливым. Кто это проснулся? Кто это у нас такой Привет, красивый? Привет, моя сладость. Крошка.